В общем, это Вышний Волочок. Тут есть кофейня, тут есть бар, и тут есть такой вот заброшенный автовокзал. Вот. Стоят машины, горка, кофейня, черешня. Но, короче говоря, все заброшки огорожены. Я-то надеялась там полазить, а вот хрен там. И такой новый резной вокзальчик сделали. А заброшки все загорожены, и хрен туда зайдешь. Газеты и журналы, фруктовая лавка, пресса, такая остановочка новодельная. А тут вот все такое вот. Все закрытое, перекрытое. Там площадь с фонтанчиком. Тусуется народ. Ну, вот так вот. Я думала, заброшек будет больше, и они будут доступные. Но их мало, и они вообще недоступные. Такие вот дела. Мало недоступных заброшек. Недоступность заброшек. Что бы это значило? Это значило бы, наверное, то, что я сейчас дальше пойду гулять, искать заброшечки. Тут что-то я как-то стала быстро уставать, потому что я сильно устала. Вот такое вот это Г-образное здание. Так вот. Посмотрим по карте, что еще тут есть интересного.